Всем привет, с вами компания Hyugi. Я нахожусь в парк Ломоносова 1, Санкт-Петербург. Сегодня прекрасная погода, снежок чуть идет. Буду сегодня рассказывать про нашу новую баньку, как и обещал. Баня у нас идет про люкс, но там со всякими наворотами, всякими фишечками, вот, которые у нас на производстве любят делать. Поэтому она может быть визуально не такая стандартная, именно как ProLux, да, наши всеми любимые. Вот. Но, скажем так, еще один вариант именно внешней отделки. Вот такой вот стильный, такой серо-зеленый такой, что ли, цвет. Не знаю, как будет передавать это все. Ну и вот такая вот новая терраса сделана у нас. Поэтому поехали, все расскажу сейчас подробненько. Эту баньку мы решили покрасить текурилой Valticolor. Вот, цвет уточняйте у наших менеджеров, если кому будет интересно. Сделаны вот такие вот вставочки, тоже покрашены в серый цвет. И решили обыграть таким вот, видите, если там вставочки, да, у нас декоративный камень. Вот под окошечком там, с той стороны. В принципе, снаружи сейчас тоже все вам покажем. Ну что, вот я нахожусь на самой терраске. Достаточно удобная, комфортная. Она по размеру у нас идет, получается, 2,7 на 4 метра. Здесь спокойно можно расположить стол на 4-6 там, человек, вот, на компанию, на семью. Спокойненько здесь расположиться и наслаждаться уже, да, там, своим участком. Достаточно удобная и комфортная опция. И здесь мы решили обыграть нашу купель вместе с террасой. Сделали вот такие вот ступенечки. Да, можно прям из парной выбегаем прям в горячую, либо холодную купель, уже на ваше усмотрение, какую вы у нас приобретете. Никуда ходить не нужно. Вот сделали вот такую вот прикольную опцию. Здесь уже на ваше усмотрение. Вот, приобретайте, если вместе с террасой. Кстати, цены у нас будут в каталогах. Отдельная цена будет у нас на Box Pro Lux, на базовый. И будет отдельная цена на Box Pro Lux вместе с террасой. Так что приобретайте как совместное такое детище. А желательно, чтобы приобрести Box Pro Lux террасу и еще купель квадро. Это идеальный просто вариант. Вот, здесь сделано обязательно у нас архитектурное освещение. В данном случае здесь вот таких вот точечных фонаря. Розеточка на улицу, влагостойка обязательно. Все как положено. Здесь, кстати, это уже не базовая опция, да, сделано панорамное стекло с тонировкой, с ламинацией. Зайдем вовнутрь и посмотрим, как это будет выглядеть уже изнутри. Это дверь тоже входная. Сделан здесь многозапорный замок у нас идет. Двухсторонняя ламинация, да, многозапорный замочек. Так что, ребят, пойдемте вовнутрь. Сейчас самое интересное. Ну что, мы находимся в самой баньке. Я уже разделся, потому что у нас здесь тепло. А тепло у нас, потому что мы топим нашу любимую печь. Уже полюбившуюся печь. И у нас еще есть здесь такая вот опция. Инфракрасный обогреватель. Да, с датчиком температуры здесь все у нас. Выставляем. Пожалуйста, пользуемся. Кстати, эта штука будет очень полезна тем, у кого, например, мы были, да, на одном обзоре, где у нас там была баня такая с домиком, ProLux House мы его будем называть, да, где сделана там сантехника, там был и бойлер, был унитаз, да, где нужно поддерживать постоянное тепло. Вот этот инфракрасный обогреватель, он, кстати, может поддерживать тепло. Пожалуйста, поставили там на 10 градусов, 10-15 градусов, все, он не ест много электричества, поэтому теплый контур вам обеспечен. Нигде у вас вода не замерзнет, не промерзнет. Пожалуйста, это как дополнительная опция, кстати, не такая дорогая, узнавайте у наших менеджеров, сколько это будет стоить. Ну и как мы уже говорили ранее, любая комплектация баньки ProLux у нас идет уже с обработкой. Полностью все помещения обработаны и влагозащитными составами, и с колером, да, здесь везде все уже покрашено, от там наличников, и полы, и стены уже идут полностью с обработкой. Почему мы ее так назвали ProLux? Потому что эта баня полностью готова к эксплуатации. Вам не нужно обрабатывать что-то, да? Приобретать дополнительно, в принципе, здесь не нужно. Только на ваше усмотрение какие-то, может быть, там детали, мелочи, какие-то опции, да? Например, там ламинация, может быть, вот это вот окно большое, потому что в базе оно не идет. А все остальное здесь уже полностью готово к эксплуатации. Сделаны вот такие вот светильнички, да? Сделано вот это вот окно здесь для проветривания, пожалуйста, там летом открыли, прекрасная опция. Оно тоже идет в базе, кстати, у нас.
Единственное, оно сделано уже с двухсторонней ламинацией. Вентиляция обязательно сделана, да. И идет у нас в комплекте здесь мебель. Это в данной комплектации. Мебель вообще у нас идет отдельно. Ну вот, кто хочет приобрести дополнительно, пожалуйста, да? Либо можем сделать какой-то подарочек, если вы приобретаете у нас какое-то комплексное решение. Бани Pro-Luxe у нас оснащены уже бойлером. Здесь он установлен у нас на 50 литров. Здесь полочка, да, такая для полотенец у нас есть. Это уже наши ребята постарались, производство. А вот эта часть у нас, кстати, комбинированная, да? Вы обратили, комбинированная окраска идет уже здесь. Как я говорил, обогреватель инфракрасный. И мне, например, очень нравится здесь, ребят, очень хорошая вещь. Это у нас есть такой вот датчик температуры. Само табло у нас находится здесь, да, в комнате. А сам датчик, я вам потом покажу, там он выходит уже там, в парной, в районе там полков. И здесь вы видите, какая температура. Мы сейчас подкинули немного шедровишек, да, здесь уже 26,4. Вот. Но мы это сделали не тут на специальную баню, а чтобы здесь было тепло и чтобы мы снимали для вас такие прекрасные обзоры. Электрика у нас идет везде абсолютно, да. В данном случае она идет здесь вообще раздельная полностью, да, там улица, комната отдыха, парное отделение, вот. Да, здесь получается у нас там 4 клавиши. Розеточка у нас идет двойная обязательно здесь, вот, в комнате отдыха. А про печку я скажу, что обратите внимание, там тоже вы на видео увидите, она вот с таким большим окошком идет, это атмосфера М, это конвекционная печь, про которую также, еще раз повторюсь, да, обзорчик можно будет посмотреть, ссылочка будет в описании. Дверь у нас идет в помывочную, ну и в парную, идут стеклянные двери, про которые я уже говорил, здесь идет восьмерка стекло и идут на трех петлях, не на двух, как обычно, вот недорогие варианты. Ну что, ребят, мы попадаем в помывочное отделение. Обратите внимание, да, у меня рост 1,80 м, даже вот в ботинках зимних стою, даже чуть побольше, 1,85 м, и места более чем достаточно. Нету срезанных углов, например, как у нас в бане дипломат, но будем теперь так делать, да. Намного просторно, да, вот я стою под душевой системой, здесь у нас, да, обливной колобок, там чуть воды, вода есть еще, не буду переворачивать. Достаточно комфорта для одного человека, места более чем достаточно. Опять же, здесь это уже тоже не базовая комплектация. В базовой комплектации здесь у нас идет елка, да, именно в банях Pro-Luxe, вот, но с обработкой уже. Но здесь у нас мы сделали еще дополнительно, здесь ольху сделали. Ольха обработанная на полу трапики, и также здесь в этой зоне сделана гидроизоляция пола. Наша любимая гипердезма, все под уклончиком, вода не застаивается, все уходит. Вот хотя уже бани даже пользовались два раза, да, воды нигде нет, нигде она не застоялась. Вот, обязательно вентиляция, открываем, попользовались банькой, открыли вентиляцию, чтобы все проветрилось, никакая влага нигде не собиралась у нас. Дверки у нас идут, обратите внимание, в Pro-Luxe стекло идет восьмерка, три петли идет обязательно. Также можно будет выбрать там белые, либо бронзовые, там тонированные, не тонированные, это уже на ваше усмотрение. Ну и держатели здесь у нас, ручки на магнитиках идут. В принципе, все рассказал, еще раз подчеркну, Pro-Luxe с обработкой идут во всех помещениях, поэтому на Pro-Luxe акция, которую мы устраиваем, да, периодически, обработка там каких-то помещений, она здесь не действует. Pro-Luxe можно заказать что-то там по акции, что-то иное, например, мебель, которая здесь у нас присутствует. Она, кстати, тоже не идет в базовую комплектацию. Ну что, мы попадаем в самое сердце парной. Про печь у нас отдельно будет обзор. Ссылочки будут в описании к этому видео. Вот, скажу лишь то, что здесь у нас стоит атмосфера М. Это, ребят, мы ее протестировали, ну, это просто что-то невероятное. Да, печь у нас идет с вот такими вот открытыми каменками, там есть еще закрытая каменка у нас идет, в которой идет, лежит камень жадеит. В открытых у нас каменке здесь идет камень белый кварцит, вот эта вот сетка на трубе у нас идет, и вот такая вот воронка для мелкодисперсного пара. Защита у нас, как всегда, наша фирменная защита антиогонь, который, я всегда подчеркиваю, что вы нигде не найдете, только лишь в магазинах, кстати, ссылочки, наверное, можем тоже добавить, в магазинах вы найдете это ТМФ магазины и магазины Pro Камин. Кстати, во всех парных банях Pro-Luxe у нас идет в базовой комплектации обшивка ольхой. В данном случае ольха здесь еще и дополнительно обработана маслом. Полки идут здесь, в данном случае тоже сделаны из ольхи. Но в комплектации Pro-Luxe мы используем полки термоосина. Пожалуйста, на усмотрение ваше можем заменить на ольху. Здесь вот такая вот спинка уже сделана для проветривания.
кстати, во всех банях у нас продукт, да, вот такие вот фирменные ручки идут, как вот на этом окошке для проветривания. Также здесь у нас, да, идет на шиберной заглушке тоже вот такая вот наша фирменная ручка. Обязательно у нас идет такое вот панорамное окно. Пожалуйста, на ваше усмотрение можно сделать окно в пол, как в комнате отдыха у нас, да. Вот, окно у нас идет закаленное, поэтому не переживайте, что оно лопнет от высоких температур. Вентиляция Басту. Про Басту у нас есть также отдельный обзор, ссылочка также будет в описании. Ну, я не знаю, что говорить про Басту. Да, можно посмотреть отдельный обзор, но он ничего вам не даст. Лучше приезжайте к нам, когда мы здесь топим баньки. Для желающих можем это прям протестировать, можем устроить тест-драйв. Именно для тех, особенно кто готов уже к покупке. Тест бесплатный. Вот, протестируйте, пожалуйста, здесь нашу вентиляцию Басту. Также здесь такая вот штучка для залпового проветривания. Запах ольхи просто невероятный. Намного, скажем так, ребят, это лучше, чем осина, чем какая-то кедровая сосна. Скажем так, кедр уже в прошлом. За исключением, если, конечно, вы не обшиваете там канадским кедром. Все остальное, ребят, это, ну, опять же, на любителя. Для меня лично ольха намного круче, чем какой-либо там какая-то либо кедровая сосна. А здесь также сделан у нас выдвижной полок. Да, спокойненько здесь выдвигается, задвигается. Кто хочет попарить, пожалуйста, задвинули, попарили. Хотите посидеть, выдвигайте полок. Дальше сделаны здесь у нас трапики, да, вот на это отделение, полностью почти на во всем отделении, где будете ходить. Трапики здесь также обработаны. И в данной комплектации еще сделана дополнительная гидроизоляция пола. Да, кстати, и для желающих такого приятного запаха можно будет у нас приобрести вот такое вот панно из можжевельника. Запах просто, просто невероятный. В идеале это видео, в принципе, оно не передаст всех тех ощущений, которые вы можете получить, приехав к нам на выставку. Парглова, Ломоносова, дом 1. Обязательно приезжайте, обязательно просите перед этим менеджеров, чтобы затопили баньку, чтобы ощутить все то тепло, которое мы хотим подарить нашим заказчикам. Ну что, ребят, я на этом прощаюсь с вами. Если я о чем-то не рассказал, пожалуйста, пишите в комментариях. Может быть, забыл что-то вам показать, рассказать. Тоже пишите, спрашивайте, задавайте вопросы мне, Олегу из компании Прокамины, про саму печь. Вот, поэтому я надеюсь, обзор получился довольно-таки интересным, потому что такой баньки у нас еще не было, прям в такой комплектации. Много всяких мелочей, деталей. Вот. Ну и в дальнейшем мы, как всегда, будем радовать вас новыми изделиями. Обязательно будем снимать наши бани у вас на участках, брать у вас интервью, не стесняемся. Приезжайте к нам на выставки Парглова Ломоносова 1. И новая площадочка у нас будет в Москве. Это ТК-конструктор МКАД 25 километр. Но обязательно звоните, предупреждайте заранее о вашем визите. И не забываем подписываться на наш канал. Ставим лайк, колокольчик. Все ссылки у нас будут в описании. Ссылочки на Прокамины, ссылочку на эту печь. Так что обращайтесь. Легкого пара. Пока.